Это нормально. Это ты как раз молодец, умничка. И ты говоришь об этом. Это уже честность. Когда ты берешь это самоотрицание, просто вдох. Я не понимаю. А ты мне задавай вопросы. Понять. Задавай вопросы, я тебе, если что, попытаюсь ответить. Хорошо? Задавай вопросы. Какие-то вопросы есть? Ну, что такое каллиграфия? Нет, все. Смотри. Каллиграфия вообще, это история всего. Это же будет целая графика состоит, то есть рисунок состоит из точечек, из всего. Ты просто учишься делать это для себя по-честному. Мне хорошо, вот прямо вот учиться. Вот, или ты говоришь, кошечка, ты моя любимая, да? То есть ты с ней находишь контакт. Вот так же ты через вот это рисование находишь контакт с тем, что ты делаешь. Mm-hmm. Легкость – это более тонкое ловление тонкого такого информации души. Это не история эмоций. Это история чувствования, очень тонкого проявления. А вот там Пушкин писал, я чувство там лирой проявлял. Потому что это очень тонкое соединение, оно абсолютно другое. Мы его, в принципе, не воспринимаем. Мы воспринимаем, когда мы на природе, когда нет раздражителей, там, людей каких-то, с какими-то мыслями. И вот там мы становимся собой, мы начинаем как-то себя вот так вот чувствовать. И некоторые люди даже, может быть, ты знаешь, там, путешествия бегут, потому что не могут здесь, им надо как-то сменку каких-то картинок. А нам надо научиться, чтобы в свой дом прийти и сказать, Боже, какая благодать. Боже мой, как хорошо! А это то, что ты видишь бесконечно. И ты смотришь, говоришь, Господи, какая красивая люстра. Ты понимаешь? А это твоя люстра, ты ее сама выбрала в магазине. И у тебя возникает более тонкая, вот это, поймать вот эту связь, когда ты благодарна. То есть вот не раздражение, не каких-то факторов, я устала, это не то, ты. А вот движение, которое соединяет. Вообще руки – это наша информация, связи с миром. Как мы пьем кофе, как там чай пьем, да, как мы трогаем, как мы волосы поправляем. Это информация, насколько человек спокойный. Неспокойный – это дребезжащие руки, это вот убегание. Спокойный человек, размеренный, у него другое движение рук. Говорят, великие не торопятся. Посмотри на руки великих людей. Они могут выражать эмоции, но они очень красивые, они плавные, они сочные. Мы сейчас просто идем в такую вот историю изучения себя. Ты меня слушай, но поменьше слушай. В основном иди в то, что, ой, а как я вот заливку делаю такой, а как я грядку на даче своей, когда я хочу посадить туда цветок, или дома сажаю, когда цветы. А ты знаешь, что произошло с деткой, когда он посадил репку? Нет, не знаешь? Вышел репка и убил детку. Не надо никого сажать, понимаешь? Давай. Все, никого не сажай. Все хорошо, мирно. Сейчас что мне делать? Сейчас, да, сейчас очень интересное упражнение. Ты будешь рисовать уже по-другому. Ты будешь рисовать белое, не черное. То есть ты рисуешь черным, но тебе надо понять, как делается лабиринт. Вот, смотри, сейчас покажу, как неправильно. Вот берешь. Вот. Не войти туда, чтобы вот этот проход был вот такой вот, знаешь, вот просто удивительно потрясающе.